Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мне в руки попал новый образец. Это расходомер. И сейчас мы вместе с вами посмотрим, заглянем внутрь этой волшебной коробочки. Разберемся. Открываем красивую коробочку. Вот. Внутри видим расходомер. Вот он какой. Новый расходомер. Видите, даже цвет другой. Что бросается в глаза? Первое, это то, что вот фланцы стали такие разборные и вращающиеся. Это сильно упростит установку. Не нужно выдерживать четко по горизонтали, в трех плоскостях, скажем так, вот эти фланцы, чтобы они четко были в определенной, допустим, вертикальной, в горизонтальной плоскости. Здесь как получилось, так получилось. И к ответному фланцу можно всегда немножечко повернуть против или по часовой стрелке вот этот фланец для того, чтобы соединить. Вот смотрите, вы же видели, уже есть в комплекте прокладочки. Прокладочки как раз будут вот применяться сюда. Вот они вот сюда ставятся между еще ответным фланцем и, собственно говоря, ужимаются. Очень хорошо. Вот посредине находится пробочка. Пробочка, естественно, при эксплуатации будет доставаться. Здесь видим, кроме цвета и, собственно говоря, фланцев вращающихся, это специальное устройство, называется фильтр. Воздушный фильтр, который вот здесь закручен, он на самом деле нужен для того, чтобы влага из корпуса расходомера выходила наружу и не входила обратно туда. Это предотвращает запотевание собственно вот этого вот стекла, которое закрывает наш экран. Ну вот такие интересные новшества. В остальном, в общем-то, это наш знакомый расходомер DFM Marine. Ну что ж, мне нравится. Мне нравится. Надеюсь, что и вам понравится. Я надеюсь, что этот расходомер будет еще долго и счастливо служить людям.